Привет, девчата и ребята! А вы знали, что на острове Кипр живут тысячи кошек? Можно сказать, это кошачий остров. Здесь даже есть кошачий монастырь. С моря прилетел ветер и поднял сильные волны. Нас сдуло с пляжа на детскую площадку. Тут мы встретили котеночка. Маленький такой, пушистый, ласковый. Конечно, он голодный, тощий и чумазый. Но что поделать, он же уличный. Пускай он живет на Кипре, но он все равно обычный уличный грязнуля. На Кипре много кошек, но местные взрослые и дети относятся к ним не так, как мы. Тут их никто не гладит. Местные кипрские дети смотрели на нас как-то странно. Наверное, они думают, что делают эти странные дети из России. Да, все дети, которые решили погладить котенка, были из России. Русскоговорящих, кстати, на Кипре тоже много, как кошек, наверное. Вот такие вот истории. Ладно, ветер стих, пойдем купаться дальше.